Председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова заявила, что вопреки договоренностям не смогла попасть в военную часть в поселке Горном в Забайкалье, где 25 октября произошло массовое убийство. Об этом сообщает 72.ру. 31 октября с командиром части договорились, что мы приедем к ним и посмотрим условия службы. Но на следующий день нам отказали в визите, рассказала Мордова. Она уточнила, что их не пускают в связи с секретным статусом части. Рядовой Рамиль Шамсуддинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. На месте погибли 8 человек, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. 6 ноября адвокат солдата-срочника сказал, что его подопечный раскаивается в содеянном. В Минобороны заявляли, что у Шамсуддинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем. Между тем, источник ленты РУ сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.